Станислав Бондаренко снова нас порадовал. Ну вот, теперь я понимаю, настоящая зима. Класс, просто класс. Обожаю такую погоду. Ну и подрифтить можно. Да и вообще просто красиво. Все белым-бело. Ника. Куда? Давай, мама. Куда мы идем, Ника? Садик. Садик? Садик идем. А что это у тебя там, Ника? Ничего. Ничего. Алекса, доброе утро. Куда ты едешь? Я еду в садик. Садик? А что ты кушаешь? Палочки. Палочки? Лопаточки? Да. Лопаты? Ну давай, ладно. Хорошего дня тебе. Хорошего дня. Книга едет в этом. Пока! Алекса, ты сама себе шапку одела? Ника без шапки. Ника, а ты почему без шапки? Мама. Мама, смотри, поезд! Давай, догоним его. Гарри! Вы хотите передать привет Гарри? Гарри, тебе привет. Ну? Гарри, привет. Сейчас вы можете сказать Гарри что-нибудь приятное. Скажи. Придумали все развлечения, бегают. Вон она вторая взяла. Вместо волка у нас сегодня Азиз. Она ищет меня. Что еще делают в детском центре родители? Вот, смотрите, вот, допустим, мама. Что делает мама? Она уселась просто на диванчик. И просто сидит в социальных сетях. Ничего. Все, убежала уже. Где Мика? А где Мика? Вот Мика. Мика, ну не надо ручки есть, да не надо ручки есть. Так, какая площадка? Никакой площадки, мы идем домой. Мама, просто посмотри. Хорошо, иди просто посмотри. Давай, возвращайся. Ладно, я тебя жду. Мама, тебе светло? Я нормально, оставь, пожалуйста, оставь. Пока, мама, пока нормально сейчас. Если я лучше, то не будет страшно. Нет, не будет, ты же рядом. Ой, надо глазки закрыть. Твинка, твинка, я стала
папочка. Алекса, что там делаешь? Папе массаж делаешь? Все, пап. Все, пап. Папе массаж делаешь? Все, я делала. Делала папе массаж? Тебе хватило сил? Чего, не хватило сил? Папе массаж делаешь? Ну, поделай еще. Папа, покажем. Сама готовишь, ну-ка. У него шкурочку даже это. Да, она аккуратненько делает. Ну-ка. А он глазурь уже сделала, смотрите, мама. Да ты что? Вот, а теперь это маме с папой. Вон там шкурка упала, надо ее отводить. Смотрите. Человек готовит. Все, вот. Ручка. Теперь ручки иди мой. Да, я подвину. Второй человек я учится. Тоже. Учится. Сегодня такая хорошая погода, и мы решили чуть-чуть прогулять садик. Мама, машина! Всей семьей. Брали. Что? Машину брали, смотри. Брали машину? Смотри. Пойдемте, пойдемте. Я вижу сердечко. Ты видишь сердечко изо льда? Можно с ним? Вот. Смотрите, я вижу. Я вижу сердечко! Это что? Друзья, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на канал сериала «Актеры. Личная жизнь». Внизу пишите комментарии и ставьте лайки.